Приветствую всех! Как вы поняли из названия, это продолжение предыдущего видео. Какую оно вызвало реакцию, думаю, понятно из количества комментариев под ним. У некоторых реакция была действительно бурная. Посмотрите, так выглядит бессилие перед проверяемыми фактами. Некоторые, как этот персонаж, пытались привлечь науку и математику на свою сторону, чтобы опровергнуть меня. Но своими же словами и расчетами лишь подтвердил все, что я сказал в своем видео. Поняв это, данный персонаж просто тихо слился и больше в комментариях не отсвечивал. Другие завели старую шарманку про эфирные потоки и прочую непроверяемую и недоказуемую лабуду. Ну и самая интересная часть комментариев получена от тех, кто хотя бы ознакомился с темой. Поверхностно, но ознакомился. Это некоторые претензии и предложения. Так сказать, два в одном. Претензии были в том, что я якобы не учитываю кучу факторов. Среди них высота над уровнем моря, температура, влажность и прочие факторы. Давайте остановимся на этом. Про высоту над уровнем моря я сказал в первом видео. Просто некоторым нужно чуть более внимательно смотреть. Вот эта формула, вот высота. Можете сами посчитать, как влияет высота на измерение. Могу назвать примерные цифры. При подъеме на высоту 100 метров показания весов изменились бы примерно на 0,002 грамма. А у меня перепад в высоте пара десятков метров. Думаю, вы сами догадаетесь, какое изменение в показаниях было бы в моем случае. Напомню, весы у меня имеют цену деления 0,01 грамма. Чтобы они показали такую разницу, перепад должен быть в районе километра. Так что нет, высота в данном эксперименте не влияет на результат. И это не говоря о том, что такое изменение показаний весов от высоты следует исходя из официальной теории гравитации. А чем такое влияние высоты объясняют альтернативщики, к сожалению, мне не удалось выяснить. Теперь про влияние атмосферы. Да, для каких-то особо точных весов это действительно важно. Но не в этом случае. Поясню. Только я не буду вычислять и сравнивать плотности и влажности, это все не имеет значения. Я просто посчитаю, какова будет разница в показаниях весов, если взвешивать гирю, например, в обычном воздухе и в вакууме. Если кто-то не понял, на показания весов влияет Архимедова сила. Вот ее формула, если кто-то забыл. В результате мы получаем величину этой силы. Именно на эту величину уменьшается вес тела, находящегося в воздухе. Чем плотнее воздух, тем больше эта сила и тем меньше вес тела на весах. Или еще проще. Взяв объем и плотность воздуха, мы получим массу этого воздуха. Именно на эту величину и изменится показание весов. Средняя плотность воздуха примерно 1,28 кг на кубометр. Объем мы можем получить, зная массу гири и ее плотность. Масса нам известна 50 грамм. Плотность стали от 7,7 до 7,9 тонн на кубометр. Ну, возьмем среднее, 7,8. Итого получаем вот такой объем гири в кубометрах. Умножаем на плотность воздуха и получаем массу такого объема воздуха 0,008 грамма. Напомню, это если сравнивать с полным вакуумом. А какие у нас обычные перепады плотности воздуха в реальной атмосфере? Ну, плюс-минус 10% от средней. Так что влияние атмосферы, если и было в эксперименте, то в пределах 0,001 долей грамма. Что опять же, ну никак не влияет на результат в моем эксперименте. А теперь, когда мы со всем этим разобрались, снова перейдем к экспериментам. Я учел пожелания из предыдущего видео и немного дополнил и расширил эксперимент. Во-первых, я не только выполнил замер в начальной и конечной точке, но и после замера перекалибровал весы и повторно взвесил гирю, вернувшись домой. Во-вторых, я повторил все это два раза. Сначала в Пекине, затем в Гонконге. Теорию повторять не буду, назову только итоговые цифры. Перед вами таблица со всеми городами, их координатами и ускорением свободного падения. Итак, замер в Пекине. Сначала, как и в первый раз, проверяем весы в Пулково. Ровно 50 грамм. Летим в Пекин. Напомню, широта около 40 градусов. Снимаю специально все одним кадром. Координаты на экране телефона. Проверяем по уровню.
Теперь взвешиваем. Не обращайте внимания на гуляющие показания. Тут бравые китайские грузчики старательно раскачивают самолет. Пришлось немножко подождать, пока они перестали заниматься этим безобразием. Итак, у нас на весах 49,91 грамма. Можете проверить и пересчитать. Все снова сходится с расчетами и с теорией. Теперь калибрую весы для широты пекина. После чего произвожу взвешивание у себя дома. Как видите, весы показали 50,11 грамма. И снова все сходится с расчетами. Теперь повторяю все это еще раз, но уже в Гонконге, который находится на широте около 22 градусов. Снова проверяю показания в Пулково, предварительно откалибровав весы. 50 грамм ровно. Летим в Гонконг. И повторяем все снова. Координаты, уровень, гиря, 49,83 грамма. Ожидаемо весы показали то же самое, что и в прошлый раз. Но теперь я перекалибрую весы уже до этой широты. После чего возвращаюсь домой и снова взвешиваю гирю. Грамма. Можете сами посчитать, но у меня снова все сошлось с расчетами. Надеюсь, после этого у альтернативщиков останется меньше причин сомневаться в моем эксперименте. Ну и пара слов про угол наклона весов, который присутствовал при измерениях. К нему тоже были претензии. Я в прошлом видео отдельно пояснил, что на этот счет говорит физика и математика. Вкратце, наклон в 1 градус и меньше не влияет на показания весов с ценой деления 0,01 грамма. Многие этому не поверили. Поэтому я решил отдельно продемонстрировать показания весов при разных углах наклона. Можете посмотреть на это. Я последовательно взвесил гирю сначала с минимальным наклоном, потом с наклоном в 1 градус, затем 1,5 и 2 градуса. Насколько меняются показания, вы сами видите своими глазами. Как я и говорил, наклон начинает влиять в районе 1,5 градусов и больше. А я тем временем напомню, какой был наклон во всех замерах. Если кому-то не видно или непонятно, везде наклон в пределах от 1,4 до 1,5 градуса. Так что я думаю, с этим мы тоже разобрались. Ну и подведем итоги. Все претензии сомневающихся учтены, эксперимент воспроизведен повторно, с учетом всех пожеланий, альтернативщиков и не только. Результаты ожидаемые и предсказуемые, и с легкостью вычисляются заранее. Наука. Как говорится, против нее не попрешь. Если сомневающиеся все еще остались, для них повторю. Готов поставить этот эксперимент при свидетелях. С вашим участием, либо вы сами можете его повторить. Если вам, альтернативщикам, после этого нечего сказать по существу, лучше молчите.
Я уже насмотрелся на ваше беспомощное барахтание в комментариях к предыдущему видео. Остальным добро пожаловать. На этом я прощаюсь с вами. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго.